Сколько я себя помню, я хотел быть актером. Это было инстинктивно, как будто я понимал, в чем вся суть актерского дела. Для меня религия была в действительности чем-то, чего я не мог понять. Я верил, что Бог реален, но меня отталкивала религия. Нью-Йорк был мечтой. Все мои любимые актеры детства были из Нью-Йорка. Фильмы были из Нью-Йорка. Потому когда я оказался в Нью-Йорке, я почувствовал, словно моя жизнь только началась. Я прошел прослушивание в школу-студии Майкла Говарда. Парень, который прослушивал меня, я забыл его имя, он принял меня практически прямо на месте. Я позвонил домой и попросил родителей выслать мне одежду. И так началась моя жизнь в Нью-Йорке. Я просто хотел попробовать все, что предлагал мир. Знаете, я мог просыпаться когда угодно, я мог делать все, что хочу. Когда я был на сцене, я творил, что хотел. Мне казалось, что все, что мне надо, уже было внутри. Это был мой талант, моя актерская игра. Меня пригласили преподавать как второго учителя вместе с Майклом Говардом. Люди аплодировали моей работе. В классе училась Дайан Уист, двукратная обладательница Оскара. И я был там самым младшим. Мне казалось, что я могу иметь все, что хочу. Мне казалось, что я понимаю, как добиться успеха в жизни и как достичь и ухватить все, чего я хочу в жизни, что бы это ни было. Я обнаружил, что когда я глубже и глубже погружался в этот образ жизни, в этот, я бы сказал, гедонизм или эгоизм, я чувствовал, что на самом деле я не хороший человек. Я чувствовал, что причиняю боль многим людям. Я извлекал выгоду из всех и каждого, чтобы сделать свою жизнь более увлекательной. Однажды я сидел в автобусе и думал о том, куда движется моя жизнь. И это было очень ясно. У меня был один из тех моментов ясности, когда я просто отчетливо увидел свое будущее. И я увидел, что я двигаюсь в направлении прекрасной карьеры и ужасной, трагической жизни. Каждый отдельно взятый любимый мною актер, которого я помню с детства, я понял, что в их жизни так много трагедий. И я понял, что я не просто становлюсь похожим на этих актеров, которых я люблю на сцене, но я становлюсь похожим на них вне сцены. Это было неотделимо. Я в буквальном смысле становился похожим на них. Как я могу стать хорошим и счастливым человеком? Был период, когда у меня в глубине души возникал этот вопрос. Каждый раз, когда я проходил мимо церкви, мне казалось, что она привлекает мое внимание. Я снова был в автобусе и размышлял сам в себе. Почему я обращаю внимание на церкви, куда бы я ни пошел? И как только я подумал об этом, я услышал очень ясный голос внутри себя. Я услышал: «Посмотри налево». Я повернулся и посмотрел, и увидел огромную церковь прямо рядом с собой. Я почувствовал, как меня наполнила эта любовь, о которой ты слышал, но которую невозможно выразить словами. Это просто безусловная, идеальная любовь. И я ощутил, что она заполнила меня. Тут же я почувствовал, что мой эгоизм и мои грехи полностью противоречат этой идеальной любви, которую я переживаю. И тут же я испытал сожаление о том, что я так жил. Я тотчас опустил голову и ответил изнутри: «Я сожалею». И как только я сказал это, сказал внутри: «Я сожалею», миг спустя я почувствовал себя полностью свободным от любой вины. Я почувствовал себя полностью прощенным. Я уже думал о Библии и решил, что это книга сказок. И я не мог понять, как кто-либо может верить ей. Потому я не пошел в эту сторону даже после этого переживания. То, к чему я обратился, это было чтение литературы New Age, восточной философии, Экхарта Толле, Дипака Чопры, «Сила настоящего». Я проглатывал эти книги, пытаясь понять, что со мной произошло. Прошло 2 года подобного поиска, пока однажды у себя в подвале
Я не почувствовал этот голод. Я размышлял о том переживании в автобусе за 2 года до этого. Я встал, вышел на прогулку с этим вопросом в голове. Как можно иметь отношения с Богом? Я знаю, что Бог реален, но как я могу иметь отношения с Богом? И как только я вышел из своего дома, на расстоянии около 15 шагов, прямо напротив моего дома, мимо меня проезжал парень, незнакомец на мотоцикле. Он остановился прямо напротив меня, снял шлем и сказал: «Иисус был плотником, не так ли?» И я просто застыл. И я понял прямо там, в тот момент, что Он реален. И Он не только реален, как я пережил это 2 года назад, но Он слышит мои мысли. Это Бог? При всех аплодисментах, которые я получал, при всем том, из-за чего люди поддерживали меня, я чувствовал, что я поднимаюсь все выше и выше и выше на позицию царя. И понимая это, я использовал данную власть для того, чтобы заставлять людей давать мне что-то, чтобы получить больше. Я брал больше от людей. Я видел девушку или что бы то ни было, будь то вечеринка или что угодно. Я просто чувствовал, что я на позиции царя, и я злоупотреблял своей властью. Когда я читал слова Иешуа, когда я видел его жизнь, я понимал, что он занимает позицию царя, но использует эту власть и эту силу, чтобы служить людям, вместо того, чтобы что-то получать от людей. Он отдал свою жизнь за людей. Он служил людям всей своей жизнью. Что же это за любовь? Я просто сказал: «Вау, какая большая разница!» И я понял, что мне многому нужно научиться.